Добрий вечір, друзі. Програма «Вперед, Миколаїв». І сьогодні говоримо про таке. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» минулий тур української першої ліги пропускав, тому що тернопільська «Нива» знялась з чемпіонату. І цю вимушену паузу хлопці Руслана Забранського заповнювали тим, що грали контрольний поєдинок з командою «Жемчужина» з міста Одеса. Давайте подивимось, що відбувалося у цьому матчі. Снятие тернопольской «Нивы» с соревнований привело к тому, что МФК «Николаев» оказался в непростой ситуации. Безусловно, три очка в турнирной таблице подняли моральный дух внутри команды, но вместе с этим нужно было решить вопрос игровой практики. Выход был найден. Одесская «Жемчужина» стала спарринг-партнером николаевского клуба. Состав «Корабелов» претерпел некоторые изменения по сравнению с последней календарной встречей. На поле появились новобранец команды Алексей Майборода, заменивший в воротах Васканяна, Игорь Гордя, Ваге Саркисян, Юрий Булычев, впервые появившийся на поле после травмы, а также Игорь Сикорский, отбывающий трехматчевую дисквалификацию за красную карточку в матче с Полтавой. Что касается самой игры, то в первом тайме МФК «Николаев» владел инициативой, что вылилось в мяч от Игоря Сикорского. Отметим хороший уровень игры Саркисяна, который пока что не пользуется доверием тренерского штаба. На 72-й минуте матча после ошибки гостей в центре поля все тот же Сикорский отдает хороший пас открывшемуся Ковалеву, и Андрей удваивает преимущество в счете. Однако за последние 10 минут футболисты одесского клуба успели не только отыграть один мяч, но и вообще сравнять счет. В начале, после неудачной игры на выходе Майбороды, гости заработали пенальти, который точно исполнил Паламар. А на последней минуте встречи Лазарович ударом головой в дальний угол сделал счет 2-2. Таков итог товарищеской встречи с одесской «Жемчужиной». Ну а муниципальный баскетбольный клуб «Миколаев» зіграв свои матчи у плей-офф. Серія з черкасскими мавпами была дуже напружена. Це ви зможете побачити у репортажі Юрія Тазарачева. Первый выездной для наших баскетболистов матч 1/4 финала Суперлиги «Фаворит Спорт» мог дать ответ на вопрос, смогут ли николаевцы в третий раз в этом сезоне обыграть «Мавп» в Черкасах и приехать на второй поединок серии в Николаев уже в роли фаворитов этой дуэли. Старт встречи показал, что наши игроки настроены на именно такой сценарий. Но с ними не были согласны хозяева паркета, и абсолютно равная первая четверть закончилась в ничью 24-24. Немногим по сюжету вторая десятиминутка отличалась от первой. Все те же качели, где обе команды не позволяли сопернику уйти в большой отрыв. Отметим, что у черкащан не пошли броски с дальней дистанции, а у нас наоборот разыгрался в этом компоненте Тонченко. Его трехочковый сделал счет 40-38 в пользу «Корабелов» перед большим перерывом. Начало третьей четверти за николаевцами. Ануфриев, Тонченко и Шастуха точны в завершении наших атак. Казалось бы, вот-вот и гости уйдут в отрыв. Но Шаламов и Носков не только не дают этого сделать, но и выводят обезьян вперед 55-53. Сложно сказать, что затем произошло на площадке, но удача медленно начала уходить из рук подопечных Кирлана. У «Чаек» разладились и трехочковые, и броски со средней дистанции. Николаевцы раз за разом проигрывали подбор, а вот черкащане, наоборот, с каждым точным попаданием приобретали все больше уверенности. В завершении поединка свои лидерские качества в очередной раз проявил Александр Сизов. Бывший капитан МБК принес своей команде 7 очков подряд, плюс перехват, и в итоге в первом поединке серии николаевцы уезжают из Черкас с поражением 73-66. Ну, сегодня должна была быть нелегкая игра, потому что настраивались, как и мы, так и черкасы. Должен был быть такой бой, потому что плей-офф каждый бьется за призовые места. Сегодня в первой половине черкасы промазали, мы сыграли более лучше, чем черкасы, можно сказать. Во второй половине сыграли более хуже в защите, пропустили много легких мячей, особенно в конце. И вот результат. Поздравляю команду «Черкасы» с победой в первой игре серии плей-офф. Победа заслуженная. Как бы у нас на протяжении всего матча были качели. То мы, то они выходили вперед. Но момент за 15 минут до конца игры, это еще в третьей четверти было, когда мы были впереди, «Черкасы» начали доставать нас, я взял тайм-аут. Попросил ребят сыграть строже в защите, нападение как бы по схемам своим как бы более дисциплинированно. Но не получилось. Прекрасная игра Сизова не позволила нам защититься. Там, ну, хорошие мячи забил Саша, молодец. К домашней игре постараемся, несмотря на
малое количество времени, исправить эти ошибки и опять же дать бой, постараться выиграть игру. Уже через день, 9 апреля, командам предстоял второй поединок в Николаеве. Четвертьфинальная серия длится до 2 побед одной из команд, так что нашим в этом поединке необходима была только победа. Первые очки матча на счету Цикалюка, как и в предыдущем поединке. Затем следуют 2 результативные атаки гостей от Артамонова и Носкова. Наши, преодолев стартовое волнение, сравнивают счет, а затем после точного выстрела Шастухи издалека снова выходят вперед. Абсолютно равная игра на протяжении всей четверти и только в ее концовке после броска Чемякина со средней дистанции и красивого, а главное результативного прохода Тонченко под кольцо соперника николаевцам удается оторваться в счете 18-12. На старте второй четверти Кожемякин и Лукьянов делают разрыв в счете 10-очковым. Однако гости после тайм-аута, взятого наставником черкащан Михельсоном, стараниями забившего сверху Завадского и Копца, исполнившего точный бросок с дальней дистанции, сокращают этот разрыв до 5 очков. Далее начинаются уже привычные в матчах этих команд качели. И лишь в конце 10-минутки результативный отрезок Корабелов с участием Шастухи позволяет николаевцам уйти на большой перерыв с разницей в 11 очков – 37-26. А вот третья четверть у подопечных Сергея Кирлана не заладилась. Низкая результативность и большое количество ошибок в обороне позволило мавпам вплотную приблизиться в счете к хозяевам паркета. И снова наши сумели собраться в заключительных минутах четверти. Точные 3-очковые Тонченко и Иванова не позволили Корабелам растерять свой очковый гандикап. 51-44. Такие цифры сияли на табло перед заключительной четвертью. В начале финишной прямой обе команды предельно внимательно играют в обороне. Лишь на 2-й минуте заключительного периода первый точный бросок у наших забивает Шастуха. И только на 5-й гости отвечают своим. Ближе к завершению поединка, когда тренер черкащан понял, что Корабелов сегодня уже не догнать, он выпустил на площадку молодежь. У нас также на паркете появился дебютант Сергей Вершинин. Под занавес встречи порадовал болельщиков сочным броском сверху лучший игрок регулярного чемпионата Александр Цикалюк. А точку в этом поединке поставил капитан николаевцев Алексей Ануфриев. 68-52, и команды ожидал третий решающий поединок в Черкассах. Отыграли в защите и выиграли, самое главное, подбор. Сегодня у нас 32-45, это очень нам помогло. И нужно было сегодня не раскачиваться, как мы в Черкассах, а с самого начала брать... навязывать свою игру, то, что мы и сделали. Вот, Черкассы непростой соперник. И не то, что я забил, просто тренер мне доверяет, когда я отдаюсь по полной. Вот и все. Прежде всего я хочу поздравить любителей николаевского баскетбола, наших фанатов с победой. Мы старались, играли именно для них. И поддержка трибун, конечно же, была слышна и помогала нам в игре. Приехав домой, мы проанализировали ту игру, которую сыграли там. Все это по горячим следам делалось, времени особо не было. Разобрали ошибки, как в нападении, так и в защите. Кое-что поменяли. Как видите, у нас получилась сегодня игра лучше, чем у Черкас. Видимо, мы быстрее восстановились, хотя в автобусе очень тяжело выспаться, тяжелая дорога совершенно была. И ждет точно такая же непростая игра у нас в Черкасах, потому что, опять же, времени на восстановление нету, на подготовку, на хороший анализ игры. Не успеем просто за этот срок сделать нарезку, видео показать игрокам. Но, тем не менее, будем разбирать, будем готовиться. А вот и третий, решающий поединок в серии. Уважаемые телезрители, предлагаю окунуться в атмосферу увлекательного триллера под названием «Черкасские мавпы. МБК Николаев». We'll be right back.
На жаль, муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» не зміг пройти черкаські мавпи. Але ми дякуємо хлопцям за гру і бажаємо їм успіхів вже в наступному сезоні. Вперед, Миколаїв!